Добрый день, добрый вечер. Сегодня все пришли. Сегодня у нас определенный концерт. Я из Нью-Йорка, мой близкий друг и барабанщик из Калифорнии. И наш басист, наш близкий друг из Берлина. И мы только что сегодня все прилетели сюда, так что у нас сегодня такой, как бы, встреча перед тем, как мы начнем играть с оркестрами завтра, и послезавтра там, едем в Казань, будем играть в филармонии, потом в Екатеринбург, Нижний Тагил и Пинчер, то есть Красноярск. Так что мои друзья сегодня организовали для нас такой вот вечер, чтобы мы смогли сыграться и побыть в Москве, как бы. Так что спасибо, что вы сегодня все пришли. Меня зовут Миша Пятигорский. У нас барабанщик, мой близкий друг, Крис Вабич. Крис Вабич. И наш басист Питер Инагава. Питер Инагава. Captain K. Ну что, начнем играть? Мы сейчас начнем с одной из моих тем. Вещь называется «Three Tears at Midnight» по-английски. Три слезы в полночь, вот. Три слезы в полночь. Thank you.
Спасибо большое. Следующая наша вещь называется Land of Confusion. Land of Confusion. Thank you.
Спасибо большое. Мы хотим продолжить нашу программу с одной вещью, которую я написал для кино. Это называется «17 комнат». 17 комнат.
Татьяна Ларина и Владимир Серов – это мои очень близкие друзья. И они вот организовали сегодняшний вечер, так что сказать надо им спасибо. И вот мы хотим сейчас для вас сыграть одну вещь, которую я написал давно-давно. И мы просто вот сыграем с ними из трио. Это называется вещь, которую я написал с бразильским ритмом, который называется байом. И вещь называется байом банана. Байом банана. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо, спасибо. Это, конечно, был Space Army, который написал Дэвид Боуи. Хочу вам представить наш струнный квартет. Этот струнный квартет подобрала наша виолончелистка. Ее зовут... Собрала. Ее зовут Вера Меч. Вера Меч, виолончелист. На альте Наташа Соколова. Вторая скрипка. Наталья Лебеденко. И наша первая скрипка. Это Галина Юрченко. И, конечно, наши флейты Владимир Серов и Татьяна Ларина. На басу Captain K, Peter Inagawa. Берлина. Мой близкий друг и партнер Крис Вабиш на барабанах. И Миша Пятигорский. Я тоже Миша Пятигорский. Спасибо вам огромное. Наша группа называется Sketchy Black Dog. Sketchy Black Dog. Спасибо большое. Мы сделаем сейчас маленький перерыв. Я думаю, что еще поиграем. Посмотрим, как настроение будет. У нас с собой пару разных CD, если вы хотите, пожалуйста, поговорите с нами, мы что-нибудь организуем. Спасибо. Thank you.
We'll be right back.
спасибо. Captain K, Peter Nagawa, Давасу. Крис Лабич, барабан. Главное спасибо. Мы хотим сейчас пригласить наших чудных дам обратно на сцену. Мы сейчас для вас играем одну вещь, которая называется Open Window. Thank you.
Спасибо большое. Мы сейчас продолжим нашу программу. Мы сейчас играем для вас две вещи. Одну вещь мы сейчас играем для вас, называется «Самба Ниня». Это я написал такую самбочку маленькую. После того, как я познакомился с одной девушкой в Бразилии, которая одна из самых, на мой взгляд, потрясающих певиц, которые я когда-нибудь слышал. Я с ней играл, когда я с ней познакомился. Вот так вот. Приехал с концертами в Сан-Паулу. Нет, не Сан-Паулу, а Куричиба. Приехал я туда с концертами с Марк Мерфи. И после нашего концерта пошел в клуб, и она играла на своей группе. Я с ней познакомился и продолжил с ней играть всю, весь вечер после этого. Ее звали Аниня, маленькая Анна. Так что я написал эту вещь для нее, «Самба Ниня». Как самба, но маленькая. Самба Ниня. Thank you.
Огромное спасибо вам всем. Мы сейчас закончим наш концерт с одной вещью, которая называется YOLO. 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 Thank you.
это как мы говорим в Штатах. Я сошел, фокс. Это все. Это конец. Да, Татьяна Ларина. Владимир Серов. Галина Юрченко. Наталья Лебеденко. И Наталья Соколова. Супер! Капитан Кей на басу. Кирилл Цинкер. Кирилл Эгава. Спасибо большое всем. Спасибо, спасибо. Сейчас тогда для вас сыграем одну вещь, которую написал Эрик Клаптон. Эта вещь называется «Лейла». Thank you.
Thank you.